В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звякнет за шторой луна, и плывет невесомым десантом неоконченная тишина. Но Гагарин покоя не ведал, жил он в грохоте мощных ракет, и победы, и горькие беды он встречал со штурвалом в руке. И всех тех, кто порвал с тишиною, кто по звездной дороге пошел, он их вел за своею кормою, хоть и маленький, но ледокол. Я над краем стола наклоняюсь, словно в пропасть без края гляжу. Улыбаюсь я и удивляюсь, и нахлынувших слез не стыжусь. Со стены молча смотрят портреты, лунный глобус застыл на столе, и соборы стоят, как ракеты, на старинной смоленской земле. Снова тянет сырыми лугами, звездный город стихает во мгле. Понимаете, Юрий Гагарин, как не сладко стоять в тишине. Потому что грохочут рассветы, просыпаются в гимнах поля. Впрочем, вам ли рассказывать это человеку с планеты Земля?